Всем привет! Ну что, Новый год уже стучится к вам в двери? А сегодня я бы хотела добавить вам еще новогоднего настроения своим видео «Собирайся со мной». Сегодня я соберусь на новогоднюю вечеринку и обещаю, что весь образ получится просто Голливуд. Ну и начинается подготовка к образу, естественно, с прически. Стилист Леонид Романов сегодня будет заниматься моими голливудскими локонами. Именно об этом я его попросила. Он хорошенько поднимает мне корни, потому что волосы у меня не объемные. И, собственно, при помощи такой небольшой расчесочки, правильных средств, он здорово поднимет мне корни. И, естественно, он просушивает все локоны полностью и немножечко накручивает на расческу. Это обязательно, даже вне зависимости от того, что потом он будет накручивать волосы на плойку. Небольшой начес он делает для того, чтобы потом закрепить локоны на заколках. Мне очень понравилось, как он их назвал, это дополнительная роскошь. И действительно, зачем себе отказывать в Новый год в дополнительной роскоши? Вот я и не стала. Итак, мы теперь уже крутим локоны на плойку и фиксируем их у головы при помощи заколочек-уточек. Так локоны будут остывать медленно, в правильном положении и продержатся гораздо дольше. Ну и переходим к звезде сегодняшнего образа, к макияжу. Начинаю я, естественно, с базы. У меня новая база от Urban Decay All Nighter. Это тот тональный крем, который продержится всю ночь. Он достаточно плотный, но мне очень понравилось, как он перекрывает лицо, все несовершенства, и на этом лице можно работать. Дальше консилер, мой любимый Naked Skin в оттенке Light Warm. Я его наношу на треугольник, немножко на нос и на лоб. И растушевываю кисточкой из искусственного ворса. Дальше, конечно же, бронзер. У меня бронзер от Urban Decay в оттенке Sunkissed, немножко на скулы и далее чистой кисточкой, уже более пушистой, я хорошенько растушевываю, чтобы не было никаких пятнышек. Далее новинка Urban Decay Illuminated Trio Naked. Это три хайлайтера, в которых я совершенно влюбилась, их также можно использовать на тело. Жду не дождусь лета. Теперь перехожу к глазам. Конечно же, база. У меня анти-эйджинг, на нее тени ложатся просто отлично и держатся действительно очень долго. Ну и дальше то, от чего мое сердце растаяло, это палетка Naked Ultimate Basics. Первый цвет, который я буду использовать в складку, называется Tempted. Следующий оттенок, который я нанесу на все подвижное веко, оттенок Nudie. Следующий цвет уже во внешний уголок, цвет Lethal. Он такой красновато-коричневый, и что мне нравится в этой палетке, абсолютно все цвета матовые, моя любовь. Нижнюю линию роста ресниц я не буду подводить черным, а подведу серым оттенком, который называется Magnet. И маленькой кисточкой, которая идет в наборчике, кстати, очень удобная. Pre-game я использую для того, чтобы высветлить внутренний уголок века. И оттенок Blow мне поможет сделать хайлайт под бровью. Дальше, девчонки, аккуратней, вы можете влюбиться навсегда. Жидкие тени Moon Dust от Urban Decay, это новинка. Первый оттенок, который я буду использовать, называется Recharge. Я его наношу на внутренний уголок века и пальцем распределяю к середине. И оттенок потемнее, уже совершенно Urban Decay-евский оттенок, который называется Magnetic, который также нереально блестит и переливается, я наношу на внешний уголок века и также растушевываю пальцем. Ну и немножко добавляю по нижней линии роста ресниц, просто чтобы макияж смотрелся адекватно. И, кстати, раскрою секрет. Urban Decay исполняет желание, выложив в свой инстаграм атмосферное фото своей мечты. Поставь хэштеги «Юди исполняет» и «Юди Раша» и отметь меня на этом фото. Это обязательно, я буду выбирать победителей. Зайди на сайт urbandecay.ru и поделись мечтой. Что ты хочешь делать в макияже от Urban? Например, станцевать танго в макияже от Urban Decay, либо прыгнуть с парашютом, почему бы нет. И в конце января мы определим трех победителей. Удачи! Ну и обратно к нашему макияжу. Теперь макияж губ. Я выбираю цвет и смешиваю Firebird и Vanity Kills из палетки Vice. Получается нереально круто и очень удобно, что есть вот такая палитра. И, кстати, удобная кисточка. И, кстати, не нужен даже никакой карандаш, потому что кисточкой получаются очень ровные контуры губ.
Что практически все, осталось только сделать пару селфи вот в таком пин-ап образе, уже в полном макияже, и можно уже расплетать свои косы, свои букли. Ну, обязательно делать много фотографий, чтобы потом постить в Инстаграм. Ну вот уже, как вырисовывается образ, объем нереальный. Спасибо, конечно, Леониду за это, он просто мастер своего дела. Ну что, вы готовы посмотреть на мой полный образ? Сейчас немножко только подправить помаду, подправить последние штрихи и все. Я готова. Вот какой у меня получился образ. Яркий топик в пайетках, фатиновая юбка. Все как сейчас модно и все как здорово подходит под мою прическу и нереально крутой макияж. Я из тех людей, которые выбирают на такой яркий праздник, как Новый год, что-то искристое, запоминающееся, что-то из ряда вон выходящее. Кстати, у Urban есть еще новая коллекция, винтажная коллекция лаков и помад. Это те оттенки, которые были в 96-м году. И я не удержалась, вот этим красивым хамелеоном я решила сделать такой топ на свой сливовый оттенок геля. Получилось тоже очень красиво. Кстати, баночка, ну просто можно умереть. Ну что, вот и все. Вот таким я вижу свой образ в эту новогоднюю ночь. В этом образе можно встретить Новый год с родителями, с семьей, с друзьями и даже пойти в клуб. В общем, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Я вас очень люблю. Желаю вам отличных праздников и увидимся в следующих видео. Ну и в следующем году, я предполагаю.